Сегодня во Всемирный день здоровья глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» принял участие в массовой зарядке с жителями региона. Помимо этого, он осмотрел оснащенность парка необходимыми площадками для активного отдыха. На зарядке с главой республики побывал и Алихан Лепшоков. Доброе утро! Вот видите, никакого комфорта для велосипедистов. Одно из популярных увлечений у жителей республики – велосипедный спорт. Поэтому сегодня сам глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов вместе со спикером парламента и членами правительства решили прокатиться на велосипеде и проверить условия для занятий этим активным видом спорта. В принципе, комфортных условий пока еще очень мало для велосипедистов. Хотя это увлечение такое у многих на сегодняшний день достаточно популярное. Поэтому есть над чем поработать, посмотреть, а вообще на будущее нам везде в парках культуры, отдыха надо предусматривать велодорожки. Поздравляю с днем здоровья, занимайтесь спортом, желаю всем крепкого здоровья. Также Рашид Тимрезов вместе с жителями Черкесска принял участие в массовой утренней зарядке. Спортивные упражнения продемонстрировал посол ГТО по Карачаево-Черкесии, участник Олимпийских игр в Пекине Наурус Тимрезов. Нагружаем, чуть-чуть нагружаем. Раз, два, три, вот. А теперь велосипед был, а теперь толкаем друг на друга. Раз, два, три. Рашид Тимрезов, спикер парламента и представители Кабмина активно выполняли все комплексы упражнений. Утренняя зарядка укрепляет и развивает мышечную систему, повышает жизнедеятельность, но самое главное, повышает трудоспособность перед началом рабочего дня. В завершении глава республики вместе с участниками утренней массовой зарядки сделали общее фото на память. Алихан Лепшоков, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.